Здравствуйте, меня зовут Олег Титов, я шеф-повар. Сегодня с помощью кухонных аксессуаров Фабиолик мы приготовим итальянскую лазанью. В подсоленной воде отвариваем поочередно пасту для лазаньи. Достаем с помощью кухонных щипцов Фаберлик и просушиваем на вафельном полотенце. Мелко нарезаем репчатый лук и обжариваем до румяного цвета на слабом огне. Смешиваем муку и оливковое масло венчиком и добавляем лук. Постоянно помешивая, вливаем молоко, приправим мускатным орехом. Нарезаем овощи и моцареллу кружочками. Смазываем форму сливочным маслом и начинаем по слоям формировать нашу лазанью. Паста, соус, овощи, салат корн, моцарелла. Верхний слой лазаньи заканчиваем моцареллой и пармезаном, который мы натираем на терке Фаберлик со сменными насадками. Ставим в разогретую духовку. Готовое блюдо разрезаем на порции и украшаем зеленью с помощью чудо-ножниц Фаберлик by Юлия Высоцкая. Сочная овощная лазанья готова. Приятного аппетита!